Добрый вечер. Вот зовут меня Юрий Серебрянский. Я мастер славянских боевых искусств. И вот сейчас мы проведем маленький эксперимент. Это несгибаемое намерение. Вот два яйца, они разные по форме, а то говорят, что вот яйца могут быть разные, куриные, да. Вот одно такое, одно побольше, одно поменьше. Сейчас попробуем мы его ставить с помощью сильного желания, чтобы намерение наше поставило это яйцо, чтобы оно стояло по возможности долго. Потом я его попробую зарядить так, чтобы с помощью пластикового стаканчика я буду его экранировать. И посмотрим, насколько заряда хватит, насколько стаканчиков. Встань для меня. Не слушается. Встань для меня. Встал. Яйцо стоит. Стоит. Третий стаканчик. Яйцо стоит. Четвертый стаканчик. Яйцо стоит. Пятый стаканчик. Яйцо стоит. Шестой стаканчик. Седьмой стаканчик. Восьмой стаканчик. Девятый стаканчик. Десятый. Одиннадцатый стаканчик. Стой для меня. Стой для меня. Стоит. Ну, это яйцо немножко другое по форме. Более такое длинное и более неправильной формы, скажем так. Встань для меня. Стой для меня. Стой для меня. Три стаканчика. Стой для меня. Стой для меня. Стой для меня. 11. То есть 11 уровневая защита, и яйцо все равно стоит, видите?